Очень надеюсь, что после этой игры у всех проснется желание решить эту проблему максимально быстро. Очень надеюсь. И жара, и нервы на старте чемпионата, и статус соперника – все это головная боль естественная. Присутствие в заявке лишь 12 футболистов – это уже искусственное. За неделю ярославский «Шинник» сделал все, что мог, но РФС уперся рогом, а президент этой организации, недавно вызывавшийся в Ярославль в качестве свидетеля по известному делу, укатил в Бразилию. И куда крестьянину податься? Вопрос вопросов уже не для кино, а для футбола. Ответ простой – выходить и играть, биться и грызть, несмотря на все невзгоды и невезения. В игре против Волги, по сути, этой самой Волги в созиданиях серьезных замечено было чуть. Делал все «Шинник» и гол в свои ворота после выноса Малышева, это курьез курьезов, и пенальти имени Диабальда. Момент стопроцентный, и здесь к арбитру Матюнину вопросов не было даже у гостей. Однако у Корытько в последнее время с исполнением 11-метровых наметились некоторые проблемы. И, как сказал после матча наставник «Шинника», они с Горбатенко разберутся сами. Ну а к перерыву с черно-синими разбиралась «Волга». 0-1 плюс фарт – это в спорте сила серьезная. Мы посмотрели очень внимательно их первую домашнюю игру с Сибирью. Увидели все, что можно увидеть в их тактическом рисунке, в их исполнительных, в их возможностях. И ничем они, скажем, нас так не удивили. Больше того, ну скажем, их манера игры, упрощенная доставки мяча в переднюю линию, где борьба Козлова и помощь Саркисова-Кухарчука, ну, заставила нас переживать, потому что это, ну, так, другим, чтобы соперникам не сказать, одна из наших проблем, когда нас продавливают просто. Изменить что-то с помощью замен Александр Побегалов, понятно, не мог, но мог добавить своим словами. Из раздевалок команды вышли с настроем полярным. Гости намеревались оборонять преимущество, ярославцы во что бы то ни стало достать хоть какие-то очки. 10 минут и момент, где судья опять решает, но уже не в пользу «Шинника». Низамутдинов на газоне в штрафной, и тут же карточка за симуляцию. Мнение Побегалова – кристальный пенальти. Но нет, и проехали. Время уходило не в сторону проигрывающих. «Шинник» жал неплохо, и в яблочко все-таки зарядил. Аккуратно добавленной минуте тот же Диабальд заработал штрафной у линии штрафной. И Андрей Талалаев, рулевой «Волги», серьезно занервничал. Ведь у «Шинника» есть Игорь Горбатенко, а он в последнее время исполняет стандарты лучше Лионеля Месси. Короткий разбег и 1-1. Комаров даже не стал прыгать за этим мячом. Ничья в пользу «Шинника», закономерность которой признал и штаб гостей. Интересно, что после двух туров в ФНЛ нет ни одной команды, набравшей 100% очков. Сергей Курицын, Олег Лушников. День в событиях.